Лось против волка. Бой не на жизнь, а на смерть. Лось и волк сошлись в ожесточенной схватке на озере в Канаде. Потенциальная добыча не собиралась сдаваться. Лось раз за разом обрушивал удары копытами по спине хищника. Но волку удалось вцепиться в ногу жертве. Стратегию сменили оба противника. Лось начал отступать. Волк устремился за ним. Но парнокопытная выбрала правильную тактику. Хищник не рискнул отправиться за добычей на глубоководье. И осталось ему лишь наблюдать за недосягаемой жертвой с берега.